Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Это, блядь, как же мозги на кипере за эти дни? Экзамены обоссаны. Бывает, бывает. Еще завтра пишу. Так. 100 тысяч минус 36 тысяч. Сколько это будет? Я, блядь, не еще не шарю. 64 тысячи. Закинь мне. Я сейчас арендую квартирку. Ты по-быстрому сразу дойдешь. Окей. Так. И еще... Сколько? Конечно, много, ладно. А, сразу мне хочешь кинуть птихат? Окей. Ну да. В общем, кидай, я скажу, когда будет 50 тысяч. Точнее, 500. Так, 336. Сейчас, ну-ка, еще раз. Да, я вообще считаю. 486. А, ну подожди, ты можешь... Так, и сейчас, стой, не кидай 50. А, кинь 14 тысяч. Все. Так, сейчас. Дам тебе тачку и вышли. Я реально не знал, что не за тачку иметь. Ой, квартиру на другом аккаунте. Так, сейчас. Голубенька, ты не... Подожди, ты эту баху разыгрываешь? А, стоп. Вот это. Это Мамайр будет. Да. Это мне друг ее дал. Что там, нейтралка есть, да? Нитро есть и чадничип стоит. Надеюсь, гидравлики нет на ней. Не, нет. Не, гидравлики нет. Просто гидравлика на бэхах — это слишком колхозно. Ну это да. Тим бэх и гидравлика. Короче, кидай за 500 тысяч получается, да. 450 ты можешь. Или... А, да кидай за 500, у меня всего 500. Потом соли квартиру и тебе 14к еще дам. Так. 500. Сейчас. Так мне их надо, чтобы я, ты так, мне, я тебе должен сейчас отдать. Пока, сейчас я солю квартиру, блядь, задавили. Я тоже подаю квартиру. Сейчас солю квартиру, погнать разплатик. Так. Дать квартиру. Сейчас, ты хоть рад, что выиграл бэх? Конечно. Не каждый день же я что-то выигрываю. Везет хуже. Ну да, блин, мне это было неприятно, что типа, знаешь, когда ты выиграл, все так дизлайки начали ставить, писать там, бомбить. Ну это зависть, это зависть. Ну, блин, не знаю, как по мне, надо радоваться за другого человека, что он выиграл. Все не могут выиграть, это понятно, блин. Сколько там человек участвовал в розыгрыше? Что-то много. 355. Я вроде смотрел, было 361 по стриму, или 351, что-то такое было. Ну да. Ну типа у всех очень маленький шанс. Давай встанем, я скриншот сделаю хотя бы. Надо скриншот сделать с моей основой, я тут бомжик, ты не знаю. Ну ладно. Давай. Давай, короче, я... У тебя где дом? В Бусаево. В Бусаево. Давай, знаешь, где встретимся? Где? Магазин горели, я на сейчас прикачу по полю. А, окей. По-быстрому. Я тоже, давай. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.